Запоріжжя знову під ракетним обстрілом. 10 ракет С-300 по місту випустили російські військові. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Ворожа ракета вже вдруге поцілила на територію одного із готелів. За попередньою інформацією, поранених та загиблих немає. Зранку там працювали комунальники, прибирали каміння, пінопласт та гілки поруч із закладом, що розлетілися через вибух. У меня аж стены затрусились. Я тут рядом живу через дорогу. Страшно очень было. Помогает нам Силуада, Силуаша. Техника приехала. Помогает нам. Россияне миф развеяли, что два раза в одну и ту же воронку не попадает снаряд. Как видите, попадает. И прям точно в одну и ту же воронку. Мы здесь Новый год отмечали. Новый год отмечали. И в принципе это наш знакомый, который этот ресторан содержал. У меня такая же ситуация. У меня предприятие в Камышевахе, мне то же самое разнесли, два ракетных удара. Это когда было? Один вчера был, разнесли. И один был 20 числа. Мы занимаемся производством гофрокартона, а они ударили по нашему производству. Если это считает братское отношение, то тогда я не знаю. Я здесь не вижу ни одного военного.